Сегодня в Ханты-Мансийске прощались с Виктором Башмаковым. Он ушел из жизни в минувшую субботу. Ему было 93. Виктор Яковлевич – ветеран Великой Отечественной войны, бессменный участник всех спортивных событий региона и истинный патриот своей страны. Он был почетным гражданином Югры и почетным жителем Ханты-Мансийска. Здесь сложно найти человека, который бы его не знал. Живым примером для детей. А для детей самый главный воспитательный момент, когда рядом с ними ходит такой человек, который в таком возрасте, в любую погоду, в дождь, в снег, неважно. Он всегда был рядом с нами, он бегал рядом с нами. Мы рассказывали о нем, детях. Он открывал многие наши соревнования. С любой проблемой, с любой радостью или горем можно было к нему обратиться. Это такой кладезь мудрости, ума, чуткости, любви безграничной, что он выручал в любую минуту. Когда бы его и где бы не встретил, обязательно шутка. «Здрасте, девы дорогие!» Обязательно анекдот, обязательно какое-то стихотворение, какая-то новость. Он был настолько современен. Он не был стариком. Он не был никогда стариком. Он был джентльменом.